пользуясь правом ветерана учебы, первым приветствую вновь прибывших в наш общий дом. Мы его зовем Дворец Отжига. Сказать честно, мы в нем пока еще ни разу не отожгли. Но как начнем, искры польются! Поезд идет, какао везет. Чук-чук-чук. Следующая остановка тут. Я хочу начать с того, что мы... Я и Саль... Вы со страшильного факультета? Если бы. Поступали. Да никто не прошел. Меня лично деканша отсеяла. Я так и не понял, за что. Дон Картон. Студент по неволе. 30 лет в текстильном концерне. Вдруг в один прекрасный день. Бац! И сократили. Я решил, чем дома сидеть себя жалеть, лучше вернусь в вуз и изучать компьютер. Наш черед. Я Терри через Э. А я Терри через Е. Вообще-то я танцор. Не терплю танцы. Раз, два, три, четыре. Вап, чкоп, тю-тюк. И поворот. Я, Терри, ну ты чего? Да не собираюсь я с тобой позориться. Тебе так трудно повернуться? Хватит, что ты у нас повернутый. А, краснею за ты тебя. За меня? Да, в краску меня вогнал при всех. У тебя вообще совести нет. Эй, Ярд, студент философии. Знакомству радуюсь, над жизнью смеюсь, иногда грущу. Вот вам по тетрадке записывать сны. И я, напоследок. Зовут сквозь Клизли, для друзей просто Слизень. Пока не зачислен, ничем не занят и не нужен практически нигде, кроме как здесь. Ну, раз теперь все знакомы, как капитан нашей команды... Так у вас получается никакого страшильного опыта? Да и не надо! Хватит и твоего! Страшнее тебя я пока еще никого не видал. Даже смешные пятна не портят. Ой, льстец. Насчет никого вы немного преувеличили. А лапы? Лицо можно спрятать! Гора меха и мускулов! Бросьте, я в зал 100 лет не ходил. Да? Я тоже. Неохота фигуру портить. Мы уже на все рукой махнули, но Майк сказал, победим, нас примут на страшильный факультет. Мы будем ужаснее ужаса! Однозначно! Мы-то, ну да...